Матрешка и хохломская роспись – яркий символ России, народной культуры и традиций. Семенов по праву можно назвать, если не столицей, то одним из главных центров народно-художественных промыслов страны. Вечно молодой, вечно яркий. Сегодня город отмечает день рождения. Семенову уже 240. Сейчас город очень хороший сделался. Вообще, даже мы и не... Как-то впечатление такое резкое сразу на нас. Вообще даже с детьми, вот площадки, это все правильно сделали для нас, вот с ребятишками. И вообще город преобразился, да, как в другие города. У нас ведь вообще как небольшой он был, а теперь уже смотрится как будто такой большой. Красивый. На улицах праздничная ярмарка, вкуснейшая снедь на торгу. Песни веселят народ, а еще анимации, концерты, веселые конкурсы с призами и розыгрыши. Центром гуляний стала эта площадь у Дома культуры. Нам очень нравится, мы ждали долго этого праздника. Ребенок ждет салют, любит ходить, фотографироваться, развлекаться, какие-то поделки от садиков делать. С каждым годом все лучше и лучше праздники проводятся. Какой день рождения без подарка? Праздник семеновцы встречают на красивых благоустроенных улицах. Тротуары, велодорожки, скейт-площадка и даже киоски под хохлому. Когда приехали вот сюда 20 лет тому назад, совершенно было другое. Все время в резину выходили, как говорится, можно. Уже туфли свои на каблуке забросили с дочкой. А сейчас прямо город действительно процветает. С каждым днем рождения древний город становится краше, но не забывает о старине и традициях. Пожалуй, только здесь так по-настоящему умеют бить баклуши. Именно так называется обрубок дерева, из которого в руках семеновских мастеров появляются знаменитые на весь мир чаши, ложки и кубки. Юрий Чухин, Артем Таранков, Вячеслав Орлов. Время новостей.